Наконец-то удалось сбежать от городской суеты, от пробок и отправиться в отпуск. В городе Анталия для меня забронирован отель, в который я направляюсь. Наверное, вам интересно, как я сюда попала. Это новый способ. Я не приобретала турпакеты в этом году. Обычно я ездила по ним. В этом году я приобрела карточку QVI Club. Если вам интересно, что это за карточка, какие она дает мне преимущества и какими услугами я смогу воспользоваться, вам обязательно следует посмотреть это видео. Что же такое QVI Club? Это клуб любителей тех, кто любит хорошо отдохнуть. Он предлагает вам три карточки на выбор – бронза, серебро и золото. Если вы берете бронзовую карточку, то вы можете отдохнуть 3 недели в течение 5 лет. Если вы берете серебро, то ваш отдых будет длиться 6 недель в течение 10 лет. Если вы берете золотую карточку от QVI Club, то в течение 30 лет вы сможете отдохнуть 15 недель. QVI Club также сотрудничает с около 1000 отелей в 59 странах мира. В городе Анталия у QVI Club расположен собственный отель, который называется Dovan Hotel. Собственные отели QVI Club расположены не только в Турции, но еще в таких красивейших странах мира, как Таиланд и Малайзия. А еще QVI Club сотрудничает с международными сетевыми гостиничными комплексами, например, с Radisson, американской сетью отелей класса люкс. При входе в отель меня дружелюбно встретили. За считанные минуты оформили въезд. С помощью QVI Club я забронировала отель по самой низкой цене, а также выгодно приобрела авиабилеты, так как заказывала их заранее. Немаловажный момент – я с легкостью смогла выбрать самый удобный для меня рейс и надежную авиакомпанию. Отель «Dovan» завоевал мое сердце с первого взгляда. Дизайн, обстановка, атмосфера. Это один из немногих отелей в Анталии, у которого есть собственный бассейн. В его саду цветут цветы, номера уютны, а персонал готов исполнить любой каприз клиента. Достаточно большое количество партнерских отелей QVI Club предоставляют завтрак. Если же вы выбираете направление, где завтрак не предоставляется, то всегда сможете насладиться деликатесами местной кухни во время своей прогулки по городу. В QVI Club предусмотрена оплата членского взноса $200 за каждую неделю отдыха. Это стандартная практика для всех клубов отдыха в мире. Членский взнос взимается на поддержание собственных отелей QVI Club и на приобретение новых отелей. Размещение предоставляется до 4 человек. Это будет зависеть от выбранного отеля и направления. Например, в собственных отелях, включая отель «Dovan», QVI Club предоставляет 2 номера на 4 человека. За пользование партнерскими отелями из категории Exchange World взимается дополнительный взнос Exchange Fee – $118 за неделю отдыха. Но даже учитывая его, все равно цена в среднем за ночь получается дешевле. За моей спиной находится один из самых древнейших памятников Анталии. Их называют «Трое ворот» или «Ворота Адриана». В настоящее время этот памятник разделяет Анталию на 2 части, то есть на старый город и на новый город. Турецкий город Анталия, как по мне, его обязательно стоит посетить. С неделями от QVI Club это значительно проще. Каждая неделя отдыха может быть разделена на 2 части – 5 дней 4 ночи и 4 дня 3 ночи. Это дает возможность посетить больше стран, создать свой собственный идеальный отдых. В Анталии, помимо крупных торговых центров, практически вся центральная улица усыпана маленькими магазинами и бутиками. Вам нужно решить, что вы купите и что вы с собой увезете. Ну а я сейчас отправлюсь и решу, что увезти на родину мне. Забыла сказать, что неделю отдыха можно дарить, ведь путешествие – лучший подарок, который только можно себе вообразить.
Для этого необходимо всего лишь оформить гостевой сертификат. Если дарить его своим родственникам, к примеру, отцу, матери, мужу, жене или детям, то никакая плата не взимается. Если же вы решили подарить ее другим родственникам или друзьям, то придется доплатить за оформление сертификата $50. Окунуться в соленое Средиземное море, поразиться количеством туристов, которые здесь отдыхают. Приятным бонусом является бронзовый загар, получить который не представит труда. Город Анталия славится своим портом. Круизные путешествия здесь на расхват. Цены на лайнеры разные, в зависимости от программы и направления. Я свой выбор остановила на Райской бухте. Говорят, что по ночам вода здесь излучает особый магический свет. Невероятно спокойно, умиротворенно и просто красиво. По прибытию в бухту нам позволили прыгать в воду прямо с корабля. Если вы уже являетесь членом QVI Club или планируете им стать, то служба поддержки с радостью ответит на ваши вопросы и поможет забронировать отдых вашей мечты. По завершению своего отдыха в Анталии я решила отправиться в другой турецкий город, а именно в Стамбул. И для этого мне было необходимо забронировать себе отель. На помощь мне здесь пришел TripSaver. Ну вот и завершился мой недельный отпуск в городе Анталия вместе с QVI Club. Но это меня вообще не расстраивает, поскольку впереди у меня остались еще неиспользованные недели. За эту одну неделю, которую я провела в Дован-отеле, который принадлежит, собственно, QVI Club, я увидела много чего нового. Попробовала очень много разных вкусных блюд. Я приобщилась к турецкой культуре и в целом даже изучила немного ее историю. Впереди у нас много чего интересного, так что до встречи, друзья!